Пусть многие сегодня не в строю, мы помним все, что делалось тогда, и обещаем родину свою сберечь для дела, мира и труда. Во время войны послания в таких фронтовых треугольниках ждали с замиранием сердца. Марии Ивановне Морозовой тогда был 21 год. Она работала медсестрой во фронтовом госпитале. Медработники шли с войсками, раненых лечили и отправляли в тыл. Вместе с победоносной Красной армией Мария Ивановна дошла до Берлина. Победу встретила в немецком городе Баден-Баден. Никого, немцев не было, все эти квартиры, пустые квартиры. И вдруг такая стрельба началась. Мы все выскочили из квартир, выскочили и побежали. Куда? А тут ребята говорят, солдат, который стреляет, да девчата, куда побежали? День победы, день победы! Сахар, хлеб, тушенка, фронтовые 100 грамм в солдатской фляжке. Так ученики 74-й школы решили показать ветерану, что знают, какой ценой досталась победа. Одиннадцатиклассник Роман Барабанов уверен, брать пример нужно именно с них, с настоящих защитников Отечества, не отступивших перед фашизмом. Поздравления с праздником, благодарность молодого поколения. Это правильное и доброе дело. Потому что нельзя забывать о таких людях, они много сделали для нас, но именно для поколения нынешнего. Они защитили свою страну, чтобы мы жили, чтобы как-то наша страна процветала. Примером Марии Ивановны всегда была и для родственников. Ее стойкости, говорят, в семье нужно еще поучиться. На вопрос, какая она, Мария Ивановна, отвечает. Она самая настоящая. Она настоящая женщина. Она настоящая бабушка. Она настоящая свекровь. Она вообще настоящий человек. Ученики 74-й школы о ветеранах не забывают, стараются поздравить их с каждым праздником. Солдатские рюкзаки из рук школьников получили более 20 защитников Отечества. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».